сегодня варенье у меня кончилось. Я спросила сестру, что ему дать, а она говорит: сэндвич с тунцом. Нельзя кормить тунцом пузана. Ты знаешь, кто такой этот тунец? Рыба. Да, рыба. Кормить пузана тунцом может только жуткое чудовище. Это моя семья. Я нашел. Я сам ее нашел. Она маленькая и неполная, но все же хорошая. Да, все же хорошая. Лило, бывает, стараешься, стараешься, но выходит совсем не так, как тебе бы хотелось. Иногда приходится все изменить. И порой такие перемены к лучшему. Бывает. Он пуленепробиваемый, огнеупорный, соображает быстрее, чем суперкомпьютер. Он видит в темноте, передвигает объекты в 3000 раз больше себя. Он жаждет только одного — уничтожить все, с чем он соприкоснется. Нет, дурья башка. Излюбленная же пища москитов — гуманоиды, примитивные существа, которые обитают повсюду на планете. Они разумны? Нет, но они жутко хилые. После каждого столкновения планеты с астероидом им приходится все начинать по новой. Как делишки, Нани? Ты опять обгорел? Нет, только сцена. Слушай, я хотел спросить, ты что сегодня вечером будешь... Да... Я вижу, вы стараетесь, Нани. Но сделать надо так, как лучше для Лила. Даже если при этом вам придется расстаться. Завтра утром я приеду за Лила. Не нравится? Ой. Вот так. По решению совета тебя сошлют на пустынный астероид. Так что расслабься, приятного пути. И гляди без дурацких идей. Они настроены на твой генетический код и везде будут стрелять только в тебя.